уникальное предложение только сегодняшнего дня. Это продукция от бренда Parafarm, которая стала настоящим хитом. Сегодня мы обращаем внимание на самый известный бренд не только в России, но и по всему миру, который имеет 455 мировых патентов. 80 клинических исследований прошла продукция бренда Parafarm. Это лучшее инновационное предприятие России, и продукция входит в 100 лучших изобретений России. Огромное количество у нас с вами дипломов, которые мы в течение прямого эфира посмотрим. И сегодня главным товаром дня становится продукт Остеомед. 50% скидка. И представляет сегодня этот продукт Елистратов Дмитрий Геннадьевич, который является генеральным директором медицинского центра «Секреты долголетия», экспертом от бренда Parafarm. Между прочим, Дмитрий Геннадьевич написал более 40 статей по костным заболеваниям. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Пожалуйста, расскажите о бренде Parafarm. Сейчас скажу. Ну, каждый человек хочет в своей жизни немногого. Ну, чтобы были здоровыми дети, чтобы родители жили дольше. И каждый хочет оставаться всю жизнь своим активным. Как говорится, умереть на своих ногах. Но кто ухаживал за лежачими больными, тот понимает все их моральные страдания, когда дети вынуждены ухаживать за лежачими больными. Поэтому вот с этой целью вот в медицинском центре «Секреты долголетия» очень долго проходили исследования по костным заболеваниям, и наш профессор Вилорий Иванович Струков вот сделал мировое открытие в лечении всех костных заболеваний. Он научился останавливать развитие артритов, артрозов, пародонтита, пародонтоза, остеопороза. Он научился восстанавливать костную ткань. И в конце концов, по сути своей, он победил перелом. Он за свою жизнь исследовал более 10 тысяч пациентов, и у него не было никогда повторного перелома. Вот это феноменальный результат. Вот. И Струков сделал так, что он ответил на те вопросы, которые очень часто мучили пациентов и которые не могли никак дать ответы. Да. Почему, допустим, эта женщина страдает костным заболеванием в 10 раз чаще, чем мужчины? Почему артрозы, когда говорят наросты на костной ткани, и остеопороз, когда говорят кальция не хватает в костной ткани, развиваются одновременно? Почему артриты так мучают людей? То есть они же не могут излечиться до изобретения Струкова. То есть они мучились от одной, как говорится, ремиссии до другой. То есть от одного случая заболевания до другого. Да, это правда. В честь чего вдруг организм начинает атаковать свои собственные клетки? Вот. И вот Струков нашел, что костная ткань подвержена кариесу так же, как и зуб. Просто ее не видно, они вот за кожей скрыты, то есть вот эти. И он назвал эти вот дырки в костях, как вот он нашел, как кариесные, он назвал их полостными образованиями и научился их закрывать. Вот когда мы научились их закрывать, то мы остановили вот эти все грозные заболевания. То есть у людей стали болеть ноющие вот эти боли в костях от смены погоды. То есть этот. И Струков доказал, что костная ткань может восстанавливаться. И вот он изобрел вот этот остеомед, и с точки зрения лечения он стал использовать по две таблетки утром, две таблетки вечером. Но это после долгих исследований он установил такую вот норму, что две таблетки утром, две таблетки вечером остеомеда под язык, они восстанавливают костную ткань. А если для профилактики, то мы используем просто одну или две таблетки на ночь для того, чтобы просто поддержать костную ткань. Это вот если для тех людей, кто уже заботится о своем здоровье. То есть, получается, аналогов нет. Смотрите, это не просто снимает воспаление или сейчас, сегодня избавилась от боли, и вы живете и знаете, что у вас пройдет время, и у вас опять заболит и воспалится артрит, заболят кости, да, будет разрушаться костная система. Вы понимаете, что принимая остеомед, вы восстанавливаете костную систему. Есть ли какие-то противопоказания, Дмитрий Геннадьевич? Ну, вообще противопоказаний как раз нет. Вот что интересно, то есть до Струкова, до нашего открытия, у женщин был выбор умереть от инсульта или от остеопороза. То есть выбор небогатый. То есть что тебе нравится, понимаете как? То есть те, кто занимался восстановлением костной ткани до Струкова, то есть предохранялся от остеопороза, он умирал от инсульта или инфаркта. Почему? Потому что кальций в большей части, который применяли препараты кальция,
кальция. Он оседал на сосудистой стенке, вызывал атеросклероз аорты. То есть одно лечит, другое калечит, да? Да, 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 вот. Струков знал об этом, и поэтому он создал остеомет безопасный. Понимаете как? Вот, то есть у нас теперь нет выбора между умереть от инсульта или остеопороза. Нам можно быть уверенным, что костная ткань будет под надежной защитой. Друзья, и это главный товар дня. В первый день премьеры было продано более 3000 таких комплектов, таких комплексов. А мы получаем именно два таких комплекса. Смотрите, каждый по отдельности. Вот одна баночка, 60 капсул у нас, 60 таблеток, будет стоить 999 рублей. Но сегодня на комплекс действует особенная скидка. И цена составит сразу за два таких комплекса 1499 рублей. Дополнительная скидка при оплате сразу 5%, и цена составит 1424 рубля. И это абсолютно другой подход, который сейчас используется не только в России, но и по всему миру. 455 мировых патентов. Только представьте, 70 стран мира уже используют продукцию компании Parafarm. Посмотрите, это официальный сайт, да, это отзывы в социальных сетях. Давайте сейчас посмотрим, вот что пишут телезрители. Всем желаю радости от жизни, беречь, укреплять здоровье. Для поддержания крепкого здоровья, молодости, мой препарат фирмы Parafarm Osteomed, это препарат, который помогает укреплять кости, суставы. Борьба с возрастом для активного образа жизни способствует сохранению хорошего настроения. Это натуральный витамин D в этом препарате, который заменяет недостаток солнышка в пасмурные дни и придает красоту ногтям, волосам, коже. И глазки будут сверкать, как звезды. И это только один отзыв. Таких отзывов не просто тысячи, таких отзывов миллионы по всему миру, потому что компания Parafarm — это 455 мировых патентов. Звоните, заказывайте. И мы сегодня говорим не просто о снятии воспаления здесь и сейчас. Мы говорим с вами о долгосрочной перспективе восстановления костных тканей. Способствует кальциевая фосфорного обмена, что положительно влияет на состояние костной системы. Подавляет разрушение клеток костной ткани, способствует костеобразованию, стимулирует выработку коллагена, что очень важно, улучшает гормональный фон в период менопаузы и постменопаузный период. Арина, хотел я добавить еще, вот чем ценен остеомед, тем, что он не только укрепляет костную ткань, он еще укрепляет и мышечную ткань. Для пожилого человека важно не сломаться, понимаете, как важно защитить свои собственные мышцы. Звоните, заказывайте, это самая выгодная покупка, но она сегодня и самая важная. Все звонки для вас абсолютно бесплатные, делайте первую покупку, начинайте со своего здоровья.